Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Дарина, это мои собаки Лиза и Ника. И да, мы сидим на коврике. Конечно же, вы уже прочитали название этого ролика. Да, у нас сегодня опять будет спорт. А если точнее, небольшая комплексная тренировка вместе с собакой. После ролика «Йога с собакой» я получила много приятных комментариев от вас. Мы с девчулями весело провели время, и это было реально полезно. Я поняла, насколько я деревянная и хилая. Решила, что надо что-то менять. Некоторые асаны из доги я теперь выполняю регулярно. Напомню, что я со спортом не дружу. Ну вот как-то не сложилось у меня с ним по жизни. Но я надеюсь, что еще не поздно. Можно исправить ситуацию и все-таки заняться тренировками. Тем более, что весна совсем близко. Я нашла и адаптировала упражнения, которые вы можете выполнять вместе с вашей собакой. Собака в них будет служить естественным утяжелителем. Мой утяжелитель весит почти 7 килограммов. Как вы поняли, не все собаки подойдут, только маленькие и средние. Крупных собак, к сожалению, будет очень трудно поднять. Но если вы придумаете комплекс упражнений с ними, то делитесь в комментариях. В общем, я надеюсь, что это будет приятно и полезно для всех. И да, профессиональные тренеры, простите мне, пожалуйста, мою технику. Я исправлюсь. Присоединяйтесь к нам и давайте начинать. Итак, начнем с разминки. Будем делать обычные наклоны, а потом полукруг. Собаку прижимаем к себе и радуемся. Делаем 15-20 повторений, ну или сколько осилить. Ну что же, разогрелись. Я поменяла собаку, взяла Никусю. Будем делать упражнения на ножки. Обычные приседания. По 20 повторений, спинка прямая. Желательно 2-3 подхода. Ну, мне хотя бы одно осилить. Усложняем. Собаку можно держать на вытянутых руках. Так будут работать мышцы рук и плечи. Ставим ножки пошире. Вот так. Будем делать глубокое плие. Собаку опускаем до пола и наверх. А потом в конце будет пружинка. Ну а теперь в положении стоя мы будем делать обычные выпады вперед. И немножко усложним это упражнение. Будем делать скручивание, конечно же, с собакой на косые мышцы.
Переходим к прессу. Начнем со статичного упражнения на нижний пресс. Для этого мы ложимся. Собаку кладем на себя. Вот сюда. Оп. Тихо. Поднимаем плечи и ровные ноги. Стоим. И сразу можно сделать скручивание. Конечно, в этом упражнении собака больше для удовольствия и для поддержки, но это тоже очень важно. Ну а теперь, ребят, хардкор упражнение на пресс, которое мне напоминает Асану из Доги. То есть собаку мы кладем на ноги, ногами будем держать ее вес и продолжаем делать скручивание. Лизок. Оп. Садись. Но чтобы собака не заскучала, можно сделать вот такую качельку. Придерживаем собаку. Тем самым для нас это будет являться упражнением дополнительным на ножки. Ну что, переходим к рукам и плечам. С собакой можно делать отжимания. Я не умею делать отжимания в принципе, но сейчас буду показывать вам, как это можно сделать вместе с собакой. Фух, друзья, очень надеюсь, что вы все эти упражнения делаете лучше, больше и легче, чем я. Отжимания я буду делать с колен. Для этого я сначала лягу, посажу собаку на спину и тогда начну отжиматься. Ну и напоследок у нас планочка, супер полезная вещь. Я без подготовки, поэтому долго не простою, ну а вы пишите в комментариях, какое у вас максимальное время планки. Собаку опять кладем на спину, ну и поехали. Ребят, вот такая тренировка у нас получилась. Это самые простые базовые упражнения. Можно экспериментировать, фантазировать. Главное желание. Вы еще до сих пор не худеете к лету? Тогда мы идем к вам.
Ну а если серьезно, то фитнес с собакой – это и приятно, и полезно. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы. Пока. Иди ко мне. Ника! Иди сюда. Залазь. Все, вот тут стой. Сидеть. Так, нет, не годится. Ника, ты сюда. Иди сюда. Вот тут сидеть. Молодец. Сиди. Сидеть. Все, молодцы.